Здравствуйте, меня зовут Шеломцева Александра. Я ведущая программы «Или-или». В каждом выпуске мы пытаемся выяснить, можно ли развлечься в Нижнем Новгороде, имея в своем распоряжении всего 300 рублей. Или лучше потратить эти деньги на что-нибудь другое. Сегодня мы поедем на скалодром, где выясним, стоит ли оно того. Скалолазание, самое главное, это ноги. Как ставите ноги, так снимаете нагрузку с рук. То есть ножки ставятся на большой палец ноги, внутренней части ноги к стене. Ручки при этом должны быть максимально выпрямлены. То есть можно либо согнуть ноги при этом, либо откинуться назад. Я думаю, что мы сегодня правильно потратили 300 рублей. Ведь лучше держаться за выступы скалодрома, чем купить крючок-держатель для сумки. С вами была Саша Шеломцева.